Когда такое начинается, дело плохо. Надо делать все быстро, иначе он нам весь день испортит. Я опаздываю. А на работе я так не люблю. Ни детей, ни женщин. Убивать — это ни на что не похоже. Жизнь изменится навсегда. Если со мной что-то случится с другом. Нет, ты заговоренный. Пули летят мимо тебя, ты с ними играешь. Группа Альфа, мы на позиции, готовы к штурму. Тихо. Будьте осторожны. Что ты делаешь? Хочу поцеловать тебя. Прекрати, прошу тебя. Ну же, Леон, один поцелуй. Прекрати, на нас смотрят. Сейчас все чисто. Отойди, отойди. Дерьмо. Она тебе понравится. Если я выиграю, то буду с тобой всю жизнь. А если проиграешь? Будешь ходить за молоком сам, как и прежде. Ты проиграешь, Матильда. Он заряжен, я слышал. Ну и что? Тебе-то что за дело, если я умру? Никакого. Надеюсь, что ты не врешь. Что в глубине тебя нет любви ко мне. Потому что если она там есть, хоть немножечко, ты всегда будешь жалеть, что не сказал мне об этом. Матильда, прекрати. Давай сменим тему, ладно? Извини. Сколько тебе было лет, когда ты выполнил первый контракт? 19. Мистер! Если часто пользоваться глушителем, нужно класть сюда рябку. Иначе он будет перегреваться и может загоняться. Лучше черную и влажную.
Держи. Иди взгляни. Сейчас все чисто.